Друзья, сегодня в магазине Fix Price огромное количество новинок. Смотрите, какие интересные подсвечники со свечой. Они гипсовые. Размер 6 на 7,5 на 7,5. Производитель России, Смоленская область. Очень интересные. Они здесь в ассортименте по цвету. Цена 99 рублей. Также в продаже есть очень классные шкатулки. Здесь, по-моему, стиль Прованс. Изготовлены они из МДФ. Покажу, как выглядят шкатулочки внутри. Стоимость 199 рублей. Это новая коллекция, называется она «Лаванда», в составе МДФ и сталь. Из этой же новой коллекции «Лаванда» есть еще такие классные подсвечники. Два цвета в наличии. Стоят они 99 рублей. И из этой же коллекции «Лаванда» есть еще такие декоративные ящики. Они изготовлены из МДФ, присутствует декор «Лаванда». Стоимость 149 рублей. Смотрите-ка, что привезли. Это ловушка для ос. Изготовлена она из полипропилена. Размер 9,5 на 13,5 сантиметров. Цвет желтый. Цена 99 рублей. Очень много садовых светильников появилось в продаже. Они стоят 199 рублей. Светильник садовый на солнечной батарее. 38 сантиметров высота. Есть еще один вариант с белыми плафонами. Тоже светильник садовый. Тоже на солнечной батарее. 44 сантиметра высота, а стоимость 199 рублей. А есть еще вот такой вариант. Эти светильники работают от обычных батареек. Цена 149 рублей. В ассортименте есть ключницы на 3 крючка. Очень красивые, симпатичные, с декором. Ключница настенная, материал фанера, береза, картон и фурнитура. Изготовитель Россия, город Москва. Цена 199 рублей. А еще здесь есть вот такая новинка. Это декоративное настенное панно в ассортименте. 28 сантиметров диаметр. Стоимость 149 рублей. Еще одна декорация для дома. Это искусственные цветы в горшочках. Здесь они в ассортименте по расцветке. Стоимость 199 рублей. А это корзинка декоративная. Из фанеры изготовлена. Размер 28 на 13 на 12,6. Стоимость 199 рублей. Также есть еще бутылочница, тоже упаковка под бутылку, изготовлена также из фанеры, здесь они в ассортименте, стоимость 149 рублей. И появились часы настенные, тоже из коллекции «Лаванда». Диаметр часов 24 сантиметра, симпатичная, стоимость 299 рублей. В продаже появились новые органайзеры для косметики и аксессуаров. Они на ножках, изготовлены из полистирола. Здесь 6 отделений маленьких. Стоимость 199 рублей в ассортименте по цвету. И еще есть вот такой вариант. Тоже органайзер для косметики и аксессуаров. Тоже на ножках. 4 отделения больших. Цвет здесь в ассортименте. 3 варианта. Цена 249 рублей. И есть органайзеры с ящичками. Вот такие два ящичка. Стоит 299 рублей. Тоже цвет здесь в ассортименте есть. Просто с одним ящиком. 249 рублей. Следующая новинка – это нанопласт Forte, лечебный обезболивающий противовоспалительный пластырь при боли в спине, шее, мышцах и суставах. В упаковке 3 штуки, размером 11 на 16, цена 199 рублей. А еще есть перцовый пластырь, перфорированный, размером 10 на 18, снимает боль и напряжение в мышцах, показания простудные заболевания, радикулиты, артралгии, невралгии, миозиты и прочие заболевания. Изготовитель Россия, город Москва. Здесь один пластырь, цена 27,50. Следующая новинка в магазине Fix Price – это корзинка войлочная с ручками. Размер 45 на 20 на 30 сантиметров. В наличии из черного и серого цвета. Цены, к сожалению, пока нет. А вот цена нашлась, стоимость 124 рубля. И есть точно такие же корзинки, чуть меньше по размеру, по 99 рублей. В продаже есть насадка на кран, которая экономит расход воды, ограничивает поток воды в 2-3 раза, сохраняя давление. Цвет белый, цена 59. И еще одна новинка в магазине Fix Price – это набор аксессуаров для ванной комнаты. Здесь дозатор для жидкого мыла, мыльница и стакан для зубных щеток. Они пластиковые, несколько расцветок, стоимость 99 рублей. Шнурки силиконовые. Яркий дизайн, не нужно завязывать, так вот они выглядят, стоимость 99 рублей. Еще одна новинка, это жалюзи универсальные, самоклеющиеся, размер 150 на 50 сантиметров, в составе нетканый материал и полипропилен. Так вот выглядит упаковочка. Здесь в комплекте универсальные жалюзи, лента-липучка и фиксатор. Также здесь на упаковке указана инструкция по применению, как установить эти жалюзи.
Здесь они в ассортименте, стоимость 149 рублей. Также в наличии есть рулонные шторы. Классные, изготовлены они из полиэстера. Здесь крепеж идет в комплекте. Размер 50 на 150 сантиметров. И обратите внимание, эти шторы день-ночь. По цвету они в ассортименте, изготовитель Китай. И стоимость 299 рублей. Новинка в магазине Fix Price – это разделочная доска, изготовленная из бамбука, размер 47,5 на 15,5 сантиметров, торговая марка Kitchen, Китай, стоимость 199 рублей. Следующая новинка – это подставка для бутылок. Смотрите, она двухсторонняя, 12 ячеек на 6 бутылок рассчитана, в составе МДФ, цена 99 рублей. Блюдо для сервировки с очень красивым декором в составе керамика, размер 31 на 18, стоимость 199 рублей. Из этой же коллекции есть еще вот такая глубокая тарелка объемом 570 мл, в составе тоже керамика, производитель Китая, цена 149 рублей. И есть еще салатники объемом 2 литра, цена 249 рублей. Привезли красивые пластиковые подносы с декором, они с ручками, диаметр 34 сантиметра, цена 83 рубля. И еще есть прямоугольные подносы, тоже красивый очень декор. Изготовлены они из нержавеющей стали, размер 29 на 18 сантиметров, производитель Китай. Симпатичные, стоимость 79 рублей. Еще одна новинка – это набор, емкость для соуса 210 мл и соусница объемом 50 мл, две штуки в наборе. Красиво смотрится, цвет темно-зеленый, цена 249 рублей. Блюдо для сервировки с очень красивым декором, размер 23 на 30 сантиметров, в составе упрочненное опаловое стекло, производитель Иран, стоимость 299 рублей. Следующая новинка в магазине Fix Price – это тарелочки десертные диаметром 20,5 сантиметров, в составе фарфор, симпатичные, в наличии два цвета – розовый и серый, стоимость 83 рубля. Есть еще большие тарелки диаметром 27 сантиметров, цена 149 рублей. А это набор банок жестяных, круглых, высоких, с крышками. Здесь они в ассортименте по цвету, в наборе три банки разного объема, цена 199 рублей. Также появились новые стаканы с декором 470 мл. Это торговая марка Паша Бахче. Красивые, стоят 99 рублей. А еще я здесь увидела вот такие красивые креманки стеклянные. 285 мл. В составе натрий-кальций-силикатное стекло. Производитель город Гусь хрустальный. Стоят они 55 рублей. Также есть салатники небольшие из опалового стекла. 200 мл. Объем. Производитель Китай. Цена 33 рубля. И есть салатники стеклянные диаметром 11 сантиметров, объем 280 миллилитров, цена 49,50. Также есть точно такие же салатники, но большого размера, 16 сантиметров, 800 миллилитров объем. Производитель Китай, цена 83 рубля. Привезли новые тарелочки суповые, очень оригинальные формы. Торговая марка Kitchen, 300 мл, в составе опаловое стекло. Присутствует небольшой декор, цена 79 рублей. И есть с точно таким же рисунком блюдо 30 сантиметров по 199 рублей. Красивая серия. Смотрите, какая красота. Блюдо из опалового стекла, овальное, с волнистыми краями, 30 сантиметров. Длина этого блюда, стоимость 149 рублей. Я заметила, что всегда в продаже в магазине Fix Price есть вот такие тарелочки из опалового стекла диаметром 20 сантиметров. Они с декором в ассортименте, цена 62 рубля. Следующая новинка – это кружки. Кружка «Он» и «Она». Симпатичные. В составе керамика и пробка. Объем 290 мл. Торговая марка Kitchen, Китай. Цены на них, к сожалению, я пока не нашла. Друзья, следующая новинка, появилась новая коллекция. Посмотрите, какая красивая минажница, прямоугольная на три отделения, изготовлена из керамики, стоимость 249 рублей. Из этой же новой коллекции есть еще солонка и перечница. Очень симпатично смотрится вся эта коллекция, торговая марка Kitchen. Так вот выглядят они. Стоимость 83 рубля. И есть банка для сыпучих продуктов. Она с крышкой. 900 мл объем, цена 199 рублей. Из этой же серии посуды есть кружка с декором, с надписью. Объем 400 мл. В составе все так же керамика. Производитель Китай, Kitchen. Стоимость 83 рубля. Следующий элемент из этой коллекции – это подставка под горячее. Тоже с надписью, диаметр 15 сантиметров, цена 79 рублей.
И посмотрите, какие классные есть чашки, прям большие такие, круто очень смотрится. 400 миллилитров объем, в составе керамика, это все та же история, цены нет. И по 79 рублей есть в продаже вот такие стеклянные кружки, очень симпатичные, объем 290 миллилитров, производитель Китай.